Слушайте, ну, что касается роспуска парламента, ведь это все звучит очень, очень часто. И на площадях и скверах у нас обсуждается все что угодно. Покушение на тех или иных министров, коррупция в тех или иных регионах, возможность роспуска парламента, потому что есть нелицеприятные высказывания тех или иных депутатов. Это кухонные разговоры. Если объективно смотреть на сегодняшнюю реальность, для того, чтобы осуществить роспуск Думы, нужны какие-то системные проблемы, которые в парламенте имеются. Я таковых, которые фракции бы сочли достаточными для того, чтобы сдать мандаты и таким образом сделать парламент нелегитимным, не вижу. Тогда, может быть, это нужно президенту? Тоже нет, потому что те законодательные нормы, которые администрация президента или правительство считает, что должны пройти, они проходят. Альянса «Единой России» и ЛДПР вполне достаточно для того, чтобы преодолевать любое сопротивление оппозиционных партий. Поэтому политических предпосылок для того, чтобы говорить о том, что возможен роспуск парламента, я не вижу. Это не означает, что мне, как вот гражданину даже, а не депутату, все нравится в парламенте. Поверьте, это не так.